очень радует развитие детских велосипедов трек, как всегда на высоте. Во-первых, велосипед достаточно легкий, он очень качественно собран, есть много прикольных фишек. Например, пластиковая накладка на стыке рамных труб. Она прячет опасные узлы, защищает при вероятном падении на раму от серьезных травм. Своеобразный предохранитель. Родители оценят ручку на седле, невероятно удобно транспортировать, удобно носить, сразу видно, что производители продумывали каждую деталь. Классные глухие накладки на цепь, ничего не испачкается и ничто не попадет в звенья. Ну и не без мягких шестереночек на грипсах, которые легко снимаются, неясно правда для чего они нужны. Если вы поняли, пишите в комментариях.